Leute, aufpassen! Итак, прошу прощения, у меня был выключен микрофон, я когда-нибудь себя, не знаю, убью своей памятью, своей невнимательностью, точно покалечу когда-нибудь. Так, ну ладно, ну я тут, в принципе, ничего интересного не рассказывал, да, ну так, комментировал, сказал, что... Молодцы, ребят, подорвали себя. Почему не... Со всех сторон урона. Так, ну что, время для нашей... Ой, что это было, кстати? А, чуть... а это, видимо, автомат. Ну хорошо, время для нашей... Мы что, падаем, что ли? Ну-ка, да, давайте свалим-ка отсюда. Кстати, а как отсюда выйти-то? Так, подожди, сначала давайте минусанем. Вот. Так, так, так. Раз, и все. Вы разблокировали
Чё? Как прокачивать что-нибудь? Так, так. А, отлично. Ну что же, продолжаем. Ну, нам нужно найти выход. Да, вот. Сейчас надо подумать, какую пушку взять. Дробовик, кстати, хороший. Но я бы взял все-таки автоматик. Так, никак. Ну ладно, давай, погнали. Так, 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 так. Блин, а может... Хоть спрятаться могу. Блин, как стрёмно-то. Ну, хотя там вода. Слушай, а может прыгнуть туда надо? Нет, как вы думаете? И вообще, правильно ли я? Да, давайте выберем, пожалуй, вот эту вот снайперскую винтовку. Приближать-то никак нельзя. Самое главное, не свалиться. Нефиг выглядывать. Подглядывать. Чё, мимо что? Да ладно, ну я ж... Может, у него броня какая-то была, ну ладно. Итак. Да. А, F. Ое. Труби. Ну да, молодцы, блин. Да, вовремя сбежал, чувак. Мочи его трубой, давай. А, он уже сдох, да? Ну ладно, хорошо. Итак, аптечку не... Чё это было? Кто это пёрнул? Так. Что происходит, не пойму, кто падает? Там что тут сидит, пердит. Ладно. Итак, нам здесь каким-то непонятным образом нужно забраться. Ну, а что еще с ним делать? Ну это, блин. Ладно, берем тогда такую же пушкенцию, вот эту вот. Ха. Две, ну не знаю, две нам нужны, нет. О, это тоже какой-то пулемет или? Ну ладно. Чё? Ты сказал? Какие-то они жирные со временем становятся. Ну так, коллекционное золото. Вот, перки эти. Итак, увеличить здоровье до 200. А. И чё, для что нужно сделать? А, сбор шлемов. Понятно. А у меня-то 100, так и есть. Или, в смысле, это имеется в виду, когда, ну, аптечек много жрёшь, да, это ничего. Ну, хрен знает, хрен знает. А, подожди, вот тут написано. Вот где задание смотреть. Конец игры иногда. В самую игру вникаю, честно. Ребят, понимаете, что у вас шансов, как я не знаю. Как у котенка. Когда я вот начинаю. Блин, короче, не важно, шансов у вас нет. Клин клином, это мы знаем уже. Шлемы собираем, там какое-то достижение дает или улучшение такое. Чем ниже по званию человек, тем у него хуже оружие. А этот наоборот, пистолетиком ходит. Командир. Так, ну что, вам отстреливать чем-то? Нет? Ну, конечно, не хотелось. А, подожди, стой. Точно, уже сначала надо... Надо сесть в вагонетку вот в эту. И чё, мне типа их надо отстреливать, да? Надеюсь, нет. А вот это что такое слева? А, это патрон. Текстурки подгружаются, замечательно. Ну что? Чё надо выбираться или подбираться? Я не помню, что он сказал. Как он меня прострелил? А, все понял. Блин,
Эй! Типа я просрал, нет? Нет! Че ты везучий? А это кто? А, типа плыть. А я что-то... Ты, блин, заскрипел. Быстро-быстро поплыл. Не так времени потеряли. Давай. Ну... Так, фуникулёр. Единственный путь в замок Вольфенштейн. Так что никому не при... Никакому неприятелю не под силу организовать штурм замка. Нас смешил. Ну, знаете, нам как-то поздно сообщили об этих штуках. Да... Какая хорошая вещь для ближнего боя. Вообще просто угар. Так, кто бзднул? Подожди, я сейчас с тобой еще разберусь. Так, во-первых, мне броню. Ах ты засранец, как до тебя добраться-то? Приятный смог. Ну что, давайте сейчас посмотрим, что. Ну там, блин, нафиг эти слитки, в принципе, мне нужны, я не знаю. Ладно, погнали, посмотрим. Может там в дальнейшем какую-нибудь дорогу найти. Ну тут, я не знаю даже. Как тут нужно залезть? Может как-то и можно. Что-то... Ну, наверняка как-то. Но я просто не вижу. Просто что-то перед глазами, может быть. Я вот не знаю даже. Ну, смотрите. А, во, все, понял. Случайно, кстати, нажал на С. Подкат. Ну, круто. Причем как-то багово это делает. Так, ну, я так понимаю, нам нужно сейчас будет... Что, все? Кто там... Быстро наш персонаж бегает. Попал вроде, да? Вот видите, опять попал, но, видимо, в руку, да? Либо просто броня. Так, почему я, когда стреляю в сигнализацию, она не вырубается? Нет, немного... Мне это немного не понятно. Понятно. Так, набираем все по максимуму, что здесь есть. Дефолт. Дефолт. Давайте перезарядим. Не дефолт, а. Вот эти вот боеприпасы для автомата. И... Это ты тут? Тревогу врубил. Да, голову даже не обязательно пострелять. Так, ну что, здесь у нас закрыто. Это что, вся ваша тревога? Супер опасно, да? Ну ладно. Буду знать, да. Так, единственное, кое-что надо проверить. Да, звук есть. Только, наверное, нужно мне погромче поболтать, да? Так, ну, я думаю, что я что-то там пропустил, наверное. А, ну все, мы здесь были. Хорошо, идем дальше. Что это? Непонятно, да. Ага. Ну да, я понял кое-что. Нам нужно найти выход. Да, выход нужно найти. Вот здесь у нас что-то... Карта была какая-то. Я не знаю для чего. Ну, вот восклицательные знаки какие-то здесь, да? Ну, смотрите, тут что у нас по указателю? У нас написано... Нам сказано вот сюда идти, так? Значит, по этой штуке что ли идти? Ну, вполне вероятно. Сейчас по указателям сходим, посмотрим, что у нас там... Да, далее. Тут какой-то восклицательный знак. А, вот забираться, да?
Ну ладно. А там по трубе, интересно, можно было залезть? Ну ладно, обязательно проверьте. Блин, чё ты пистолет свой достаешь? Может и можно было, я не знаю. Угу. Итак, обратите внимание, здесь есть офицер. Только я не вижу, где он. Твою дивизию. Ну где этот козел? Как меня не спалили, я не знаю. Так, секунду. Метнуть нож, да? Так. Короче, все равно сейчас тревогу поднимут. Раз. Чё это? Голову уже поп... А, вон он, да? Или это не он? Ага. Воу-воу-воу, сядь-сядь. А, все понял. До свидания. Чё, никак? Это кто ща? А, в голову. Раз. Давай. О, убил, по-моему, да? Этого мимо. Удачно. Оу, да там братва. Ну, все, гранат не жалко. Кстати, откуда у них настолько много? 5, что ли? Шайзе. Кто тут у нас? Да. А, уйди, подожди. Видишь, я с твоим другом пытаюсь наладить контакт. О! Вот это точно был. Тихо-тихо. Попал, да? Круто. Может там за пулемет пересесть, правда, я думаю. Так, ну это клин клином, как я обычно говорю. А, он не зажимает. Зато очень скорострельный. Но это скорострел не нужен. Просто патроны будем тратить. Да, грену мы теперь можем больше носить. Это круто. Все, да? Ну, почему-то сигнализация, я не знаю. А, офицера-то мы не убили. Ну где ты, засранец? Ой. Тихо. Я так и знал. Понадобится у нас отстреливаться, да? Ладно, идем дальше. Сюда нам, да, или нет? Ну, это опасно, он меня может сейчас убить. Чё это такое? Падай туда. Он взрывается. И кто тут только что мне тут что-то... Наезжал тут что-то на меня, да? Ты! Ой. Не надо меня смешить так. А то, как говорится, сейчас приступ накачаю себя такого... Смеха. Так, ладно, не обращайте внимания. Ну ладно. Сохранение. Пещеры. Открытые испытания. Ёбаные. Ну? Гостей-то не будет, надеюсь. Да по-любому будет. Забыли нарисовать, походу, смотрите. Ладно. Ой, да ладно, не холодно. Итак. Это та же крыса, наверное. Посмотрим, куда нам тут идти-то надо.
Мне что-то неохота с пулеметом с этим ходить. Он тяжелый, и бегать нельзя с ним. Ну, вот, наверное, сюда, да? Конечно. Да, тишина. О, мы выбрались. Да. Здорово. Ну давайте пока не спеша, таким умеренным шагом, медленным, я даже сказал, будем двигаться. Круто взорвать вот это все, вот как оно прям. Так, а, нам придется все равно с оружием скидываться. Блин, если б я знал, я бы тебя не нес с собой, гнида. Вообще будем его на следующий раз выкидывать. Так, мне кажется, мы просто так не дойдем до этого, правильно? Мы просто будем бежать и все. Куда ты? Чё за бред? Прикольно. Зато, кстати, меня радует то, что вот сохранение вот такие вот быстро, раз и все, и на контрольной точке. А нету никакой долгой загрузки там, чё. Вот это круто, конечно. Так, ну все, кнопочки тут какие-то горят. Так, мне кажется, я что-то тут пропустил, да? Золото. Золото на дороге валяется. Все. Ну, нафига нам нож использовать, когда у нас есть такая вот штучка. Хотя у нас есть и вот такая вот штучка. Воу! Грена! Ну чё, дверь не закрывайся тут. Ну где он там? Блин, ну опять мясо. Ты козел, живой еще. Ну, вот это опасная тема. Ну все, да, в голову легко. Ну да, это нужно быть. Так, что-то на меня кинул, да? Попал. А, нет. Что тогда? Нагнулся. Опять живой. Я мимо, что ли, попадаю? Не пойму. Да, я, походу, мимо попадаю. Чё? А, хрен знает, чё, куда я попадаю, конечно. Смотрите, как уже эта пушка не берет с первого раза. О-о-о. Так. Это вот эти штуки, дроны, их берет с первого раза, да? Роботы. Ну да, но все равно берем наш автомат. Собираем каски. И все, и погнали отсюда. Да, вот это мне нравится. Недолго так помахались. Зачем так жестко? Ну так бы помер. Тихо. Заряд. Надо сваливать, а то меня тут зажмут просто. Ты еще живой, козел. Ты еще опять жив. Ну вот теперь нормально. Че? Да? Нормально же? Нормально. Нормально! Так. Все. Все, обсмотрели здесь. Так, вот эта дверь интересна. Ну, закрыта, блин, да. Так, так. Для массовки. Ну, тут чисто... все, тут замес жесткий, мне кажется. Нашмите туда. Открытого места. Ну прострелись, ты, ёбаный карась. Так. Ты мне не нравишься. О, прострел. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Прострел. А, блин, еще бы попасть. Ну, нормально. Блин.
долетать. Двоих, да? Нет, одного, ну конечно. Так, ладно, со стрельбой мне еще надо поработать. Кто еще палит? Нормально. Это мимо. Опять мимо. Попал. Странно. Видимо, в разные части тела по-разному урон идет. Он то... то передернет, а то нет. Не того. Как Рэм. Да вообще, как не пойми кто. Какой-то терминатор. Идет с болтовочной... винтовкой. Вроде прицел на нем был, когда я стрелял. И долбит всех просто пулеметчиков этих штурмовых винтовок просто разносит, да? Так, ну у нас здесь КПП, да? Ну, короче, не важно. Давай свою палочку поручал. Как бабулька с клюшкой какая-то, да? Ну чё, классно. Есть свои прибамбасы, это всегда круто. Так, ну все, о чем вот где забыли-то? Сейчас. Так, секунду. Вот тут что-то мигает с той стороны. Для таких, как я, вот подсвечивается через карту. Так. А, типа подкрепление. Здоровяк идет. И еще один. Так. Так. Да, иногда передергивает заодно, а если надо нажать прицеливаться, то он не будет передергивать. А, он и так валится, неважно, в голову или в голову. Козёл, я в него там все давно. Так. Давай. Ах ты засранец. Давай, пожалуйста. Ну. А чё нельзя-то, я не пойму. А чё, ты не так делаешь, или чё? Патрон мало, блядь, винтовки. Уже мало, да. Вот маленький такой. Это он? Такой маленький? Странно, вроде большой выглядел. О, броня. Ёкарный карась, это что сейчас было? Вау! А что с ним делать-то? Все? Еще один? А, нет, это люди. А чё тут бочка-то не взрывается? А, сейчас взорвется. Короче. Ну беги, давай. Не хочу выбросить это говно. О, вот еще у нас что есть. Я не знаю, правда, что это. Давайте попробуем. Чпуньк. Нормально. И так элегантно перезаряжается. И так летит, самое главное. Какие-то золотые патрончики. Чпуньк. Вот тут какие-то эти. Фейерверк. Ладно. Берем нашу снайперскую девочку. Блин, снес прикрытие. А вот там страус сидел, а его тут беспокоили. О, башка нормально идет. Так, раз. Че, мимо что? Вы че, охренели? А, засранец, зачем ты встал? Да не передергивай. Так сойдет. Кто-то там. Так вот. Эти. Да ладно, ну, чего вы тут мне заливаете? Ну давай. Нет патрон. Ладно, придется ближний бой идти. А, вот пулемет. Не, ну он не нафиг. Во-первых, вот он. А, все. Во-первых, сейчас наберем трофеев. И погнали месить. Так. Ну чё, тебе нравится свинец?
Нормально. Так, теперь надо вот сюда забраться. Ну, вообще, по сути дела, хорошо было бы... Слушайте, она, по-моему, вообще ничего не влазит. Да, у нас... Да, у нас, смотрите, вот это будем тратить. Какой? Поди... Не понял, мостик какой-то там. Все. Так, тут закрыто. Стоп, а нам... Нам куда? Может... Может, сюда нам и не надо? Я тут лично ничего не вижу. Да, давайте сюда перейдем. Что, нельзя что ли туда перелезть? Походу. Ну да, понятно все. Тут вообще перепрыгнуть можно было, блин, ну, над ними. Так. А это что такое? Секретный ход. Там еще какой-то ход был. И чё я тут забыл? Вот это ж... Ну, надо мне это нафиг. И чё, это секретная какая-то территория, да? Да, где все закрыто. Понятно все. Может, это короткий путь? Блин, я заплутаю сейчас здесь. Вот, блин, водяная мельница. Это радио говорит или что? А чё там тогда за дверь, интересно, была? Она, может, не открывалась вообще? Вовсе. Стрелять нельзя. Трубой. Аннетта, что твоя? William J. Blazkowicz, U.S. Military. Do people call you that? Строится. Father used to call me Billy Boy. Billy Boy. Billy Boy. Ein Name für einen erwachsenen Mann. Some people just call me BJ. I like this better. You look like a BJ. Thanks. Ladies first. Там наверх еще можно было пройти. Das ist Herr BJ, Herr Kessler. Блин, ну зашибись, козел. Козел закрыл. William J. Blazkowicz, U.S. Military. Оп, всего-то. О, улучшение для здоровья. Теперь 300 у нас. Так. Убить 5 врагов подряд в режиме прилива сил. Че? Abraham's bosom. Сколько тут добраться всего? Слушайте, мне что-то не нравится это. 400 у нас уже. А она уже вроде 200 говорили. Все куча единиц здоровья. Че? Блин, у тебя-то вообще нет шансов. I must get her downstairs. Да погоди, я еще тут не закончил все осматривать. Подожди. Так, вот тут что-то еще. Это ж... Блин, там что-то справа мигало, блин. 500 с лишним. Хрена. Там что-то мигало справа еще. Lock this door. Don't open it until I say it's safe. Блин. Опять батьки все разрешают. Ну, ёпта. В принципе. О, они через окна лезут, гады. А дверь-то на что, ёп? Ну. Никак. О! Улучшение здоровья 3. Все. А что там, кстати, за... Так, это... так, здесь нам пишут, что... На 25. Максимально. То есть это
теперь будет типа 125. Не, ну пока трофеи я не буду собирать, если только совсем мало будет патрон, тогда придется идти. Что за музыка, блин, а? Все что ли? Граната! У вас нет шансов, ребятки. А хотя можно было из окон их отстреливать, да? Ну хотя там со всех сторон, в принципе. А, понятно. Устроили. Ну этот здоровяк-то не должен, в принципе, сюда перелезть. Ну пусть сами лезут, я их приму, как гостей, да? Так. О, козел, перелез, да? Ну смотрите, какой урон идет ему в голову. Та пушка снайперская долбит его с двух раз, а это почти со всей обоями, да? Ну, нации? Шблан. Ну, все. Надеюсь, ну нам должно загореться, наверное, вот это. Или касцена, естественно. Я собирает трофейчики. Бесполезно. А, можно вот так вот. Так. Че, моя граната так взорвалась? А, у меня же есть этот. Во, ну-ка. На ух ты, нормально. Ладно, поэкономим на случай. Но если две пушки взять, то, в принципе, там целиться тогда нельзя будет. Но зато урон больше. Ну и патрон будет быстрее расходоваться. В принципе, разницы никакой. Просто я же говорил, тут появится. Просто быстрее. Быстрее будьте мочить. Okay. Смотрите, мне до сих пор здоровье до 100 не убавилось. Твои ты, это еще что за... Вот для чего на... Да нет! Да нет! Все, вот это бери, да. Уф, хорошо хоть... Быстрее, быстрее, пожалуйста. Он, походу, меня не видит, да? Куда ты лезешь, ты еб... Никак. А, надо было просто ходить. А, нет. Хорошо, как сам оружие сменяет. Он завис. Да, максимальное здоровье у меня увеличилось. Ну, как тебе тут? Вот. Успел. А, вот сюда, наверное. Долбить надо. Блин, я надеюсь, вы мне... Хранение, значит. Какие американцы? Надеюсь, у вас здесь есть патрончики. Are you okay, Blaskovich? I'm fine. I'm sorry about your friend. Thanks. Какого еще друга? Wesley. Понятно. What about the girl? Так, Руди Егер мертв, а мне все еще. Чё? А мне все еще нужно выследить Хельгу и найти папу. Придется спуститься за Кислером в его подземную берлогу. I mean, what's her story?
Rescued from a deportation convoy heading out of Wolfsburg. Family is gone, like all she has. Ну, можете ознакомиться с информацией, которую только что прочитал. Можно покататься. Так. Отлично. Что это было? Не верь властям. Понятно. Улетел. Круто, можно поплавать. Я надеюсь, я с вами поплаваю. Мне geht's gut. Get in, Agent Blaskovich. We should be on our way. Бласкович. Опять 30 FPS. My things. Эй, подожди, я же взял твои вещи вроде бы. И где ты ее спрятал? В кармане, что ли? Блин, это смешно. Куда мы идем, Кеслер? В Вольфбург. Это где Хелга будет. С документом. А если бы я не взял этот чемодан? Что в Вольфбург? Смерть, агент Бласкович. Смерть. Понятно. Welcher Tag ist heute? 17th of March. It's a Sunday. The day of Purim. Yeah. Sure. Made this gift for my friend and father's workshop here in Wolfsburg. It's Jewish tradition to give food on this day. But I wanted her to have something special. What is it? A cat. Her favorite animal. I was going to give it to her, but then the Nazis came. Bin ich schon so lange hier? This is a city of secrets. Beset through history by death and destruction. And now Helga is poking a stick into its rotten guts with the morbid curiosity of a child. Was ist in der Tasche? Flugblätter. My wife used to spread flyers like these in Berlin. Nazi pigs put a rope around her neck for it. Wie schrecklich. Keine Sorge, Annette. Herr Blaskovich kümmert sich um dich, wenn ich weg bin. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Agent Blaskovich, you're looking for OSA Agent 2. I called ahead to say that you were coming. Agent 2 knows where Helga is. Good. So much death for a silly folder. If we don't find it, there'll be a whole lot more. Me and Annette will hide in here. I stole some radio devices from the Nazi pigs. We can use them to communicate. Take this, and then get out of the boat and help me push it under the jetty. Leg dich hin, meine Liebe.